Эфир программа «Новины региона», у студии Кристина Каранкевич. Добрый день, и у гэтым выпуску глядите. Инновационное развитие территории у приоритете. У Могилевской области распочинают подрыхтовку до инвестфоруму и форуму регионов Беларуси и России. Могилев мае шансы стать молодежной столицей Беларуси в 2018 году. Якое надворье чекать на великие выходные? Подробязности у нашем выпуску. У Могилевской области распочинают подрыхтовку до двух значных подей. В наступном годе отбудутся 10-й инвестфорум и 5-й форум регионов Беларуси и России. У Могилеве чекают, что это становча отобьется на экономичных сувязях за межем и дозволить притягнуть инвестиции у регион. Основным стратегичным партнером Могилевщины застается Российская Федерация. Это показала и недавняя презентация региона у посольства Беларуси в Москве. Могилевская область сотрудничает с 76 регионами России. 70% могилевского экспорта накировывается в Россию. У нас працуют 200 предприятий, створенных при уделе российского капитала инвестиций. Чекается, что новым кроком развития экономичных стосунков России и Могилевщины будет 5-й форум регионов Беларуси и России, які запланованы на вересень наступного года и пройдет в Могилеве. У интервью телерадиокомпании «Могилев» наместник старшини Могилевского облвыконкама Виктор Некрашевич зазначил, что натиск на форуме будет робиться на инновационном развитии территории. Для нас самое главное, чтобы показать на примере Могилевской области, что регионы – это основной драйвер развития экономик двух стран. И у нас есть очень хорошие примеры, я уже говорил о российских предприятиях, у нас очень близкие отношения с нашими соседями и не только. Поэтому в любом случае российская площадка, она самая перспективная. И мы, как всегда, хотим произвести впечатление и показать, что... У нас есть время готовиться. Да, все-таки это форум регионов, это не только Москва, Минск и Сочи. Да, все-таки он изначально называется форум регионов, поэтому мы уверены, что наша программа, которую мы собираемся предложить, а это и город Могилев, и город Горки, наша Белорусская государственная сельхозакадемия 1840 года. Это Шклов, родина президента, малая родина президента. Всегда интересно посмотреть. Да, мы собираемся синергетично этих три блока оформить, чтобы они дали действительно такой положительный толчок, имидж. Но еще раз скажу, это будет в любом случае площадка для того, чтобы мы поступательно, качественно развивали свой регион с участием российских инвесторов. С 10 до 30% за год повеличили свой уклад у бюджет предпринимальники Дрыбинского района. Это прибыток от инвестпроекта у галине альтернативной энергетики на территории Дрыбинщины. И доход от деятельности индивидуальных предпринимальников. Летось у районе зарегистрировали две вытворчести, которые уже працуют и приносят доход. Свой бизнес Руслан начинал с пилорамы у Славгороде. Вырашил пошираться. Летось у Дрыбине набыл будинок на территории былой больницы за одну базовую величину. На этой же территории арендовали еще два будинки и пристосовали под цехи. У одним робят в окна с ПВХ, у другим – металлоконструкции. Работу тут отримали 50 человек. В больших городах конкуренция достаточно. Производство окон и изделий из металла хватает везде. Здесь на тот период конкуренция была небольшая. Была возможность арендовать производственные помещения, площади, ну и немножко попробовать что-то новое. Основная деятельность бизнесмена – будовництво. Замовы идут от простых людей и от организаций в области. Новый этап развития у Дрыбинского приватного швейного предприемства. Корсетные выробы, продукция своя и по замове буйного белорусского вытворца. За тыдень працы отшивают 3500 одинок, меркуют открывать у цеху другую смену. Вышиваем каркас. Пришиваем бретели после этого. За смену даже перерабатываем. Работаю год. Работа вполне устраивает, оплачиваемая. Все зависит от выработки. Но мы сами минчане, поэтому приезжаем, да, развиваем район. Жить везде нужно, зарабатывать везде нужно. Люди везде хорошие. На сегодняшний день у нас уже порядка 30 швей.
Вот, еще открытые рабочие места, вакансии. Предпринимальники лишут, что на районе вести бизнес реально. Сёлета уже зарегистровано 16 предпринимальников. Активно развивается предпринимательство с использованием местной сырьевой базы. Это лес. Сейчас у нас работает в этой сфере 8 юридических лиц и 2 индивидуальных предпринимателя. До конца года будет открыто еще одно производство в области деревообработки. Это будет индивидуальный предприниматель. У районе инвесторам пропонуть 23 объекта нерухомости, которые подходят для вытворчей деятельности и развития фермерства. Умовы для бизнеса есть. Справа за инициативой. Андрей Шуляк, Кристина Каранкевич, Александр Тарасов. Новини региона. Молодежная политика, имидж Беларуси за мяжой, система адукации, будущие выборы депутатов и белорусско-китайское супрацовництво. Гэтыя темы были узняты подчас встречи наместника старшини Могилевского облаканкома Андрея Кунцевича со студентами Могилевского университета харчевания. Першапочатковой подставой для встречи стал удел делегатов ВНУ у 19-м сусветном фестивале молоди и студентов у Сочи. Своей альма-матер удельники фестивалю презентуют памятные подарунки с Сочи. На престижной молодежной пляцовце побывали 5 студентов университета харчевания. Для них это стало великой подеей, заявилось шмат идей и пропанов. Самое главное, это, во-первых, международные контакты. Очень много для себя вынесло в плане организации мероприятий и организации, например, дискуссионных программ. До речи, Андрей Кунцевич одразу окреслил, задавать питания можно абсолютно усе. И яны, как говорится, посыпались. Распачали с китайской мовы у банкоматах. Это не дани на моде, каже представник улады, а выник тесных взаимосувязей у Беларуси и Китая. С присутных володуя китайской мовой Ганна Болотова. Тому махчимость обмена студентами – пытание от яе. Мне хотелось бы, чтобы наш университет также имел такую возможность, и наши студенты имели возможность как-то стажироваться в Китайской Республике. Ответы получены, причем ответы наилучшие. Такие стажировки реальные. Яны не раз обмерковывались подчас визита у китайской делегации на Могилевщину. Жадание узято до уваги для такого эффекта и ладятся подобные встречи. Представители местных органов власти в настоящее время достаточно активно проводят встречи в трудовых коллективах, в учебных аудиториях, по месту жительства. И мой сегодня приход в университет продовольствия связан, наверное, в первую очередь с желанием услышать, что сегодня беспокоит молодежь, что их волнует. Алиса Рыбалка, Виталий Алексеенко, новини региона. Дорожно-транспортным здарэнні у Могилевском районе потерпел 36-годовый мужчина. На автодорозе Витебск-Могилев-Гомель лоб у лоб сутыкнулись автомобиль «Пежо» и микроавтобус «Мерседес». Как поведомили у Державтоинспекции, водитель «Пежо» не справился с кированием. Машина выехала на сустрэчную полосу руху и урезалась у микроавтобус. Кировца легковушки опынулся заблокированным у салоне авто. При допомозе специнструмента его вызвали выратавальники. С травмами разной ступени тяжкости потерпелого шпитализовали. Как отзначили у ДАИ, он находился у стане алкогольного опьянения. График своей працы скорректовали некоторые установы в области у сувязи с великими выходными, которые протягнутся с 5 по 7 листопада. А вот 4 число для большести будет працовным днем. Так, например, больницы 4 листопада працуют по графику субботы, 5 листопада выходные, 6 – звычайный працовный день. Что до работы поликлиники аптек, тут крыху инакш. У субботу яны плануют працовать, як у звычайный працовный день, 5 листопада выходные, понеделок, 6 – график работы будет организован, як по субботах. А 7 листопада во всех медустановах святочный выходный. До речи, травмпункты, приемные отделения и реанимации будут забеспечены наибольш квалификованным складом медиков. Что до транспорту, то, как поведомляют у отделе транспорту и коммуникации облвыканкама, 4 листопада автобусы и троллейбусы будут ходить по графику працовного дня. Потепление идет на Могилевщину. До великих выходных умовы на дворе, кажут синоптики, полепшатся. Дождя не чекается, и слупок термометра местами будет досягать отзнаки плюс 11. Уже вечер у пятницу чекается переважно без опадков. Местцами туман. Ветер 2-7 метров за секунду.
Температура паветра ўначы 0 плюс 5 градусу. У дзень чакаецца ад плюс 5 і нават да плюс 10 градусу. У нядзелю ўначы і раніцы чакаюцца невялікія ападкі. У дзень абыдзецца пераважна без іх. Мацней стане вецер. Парывы могуць дасягаць 12 метраў за секунду. Але на тэмпературы паветра гэта не адаб'ецца. Стане яшчэ цяплей нават да 11 у дзень. Такое ж надвор'е прагназуюць сіноптыкі і на пачатак наступнага тыдня. А на гэтым я з вамі развітваюся. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў вячэрнім выпуску.